Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Navitel T787 4G. И сейчас мы разберемся, как войти в Recovery Mode на данном устройстве. Итак, для этого мы зажимаем кнопку питания. Нажимаем кнопку выключить в меню выключения. И после гудка ждем пару секунд, после чего нажимаем кнопку увеличения громкости и кнопку питания. На этой опции мы кнопкой увеличения громкости выбираем Recovery Mode, потом нажимаем кнопку уменьшения громкости для того, чтобы перейти в него. Таким образом, мы перешли в Recovery Mode на данном устройстве. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!